откровенно и в формате диалога. Сегодня с трудовым коллективом Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов, а также Бобруйск мебель, встретился заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар. Такие разговоры – это не только традиция, но и своеобразный отчет перед народом. Чем можем гордиться, а что не сумели сделать? На встрече звучали темы – развитие региона, страны, уровень заработной платы, экспорт товаров, успехи здравоохранения, борьба с коронавирусом. Встреча в трудовых коллективах, обсуждение текущей ситуации, а главное обсуждение развития региона на будущее, они очень важны. Поэтому вот такие встречи, они стали регулярными и проходят во всех регионах нашей страны. Во время беседы работники не только могли задать вопрос, но и получить исчерпывающий ответ. К такому формату работы постоянно призывает госслужащих президент. Уже по окончанию встречи Руслан Страхар ознакомился с ходом дел на предприятии. Это важно для всех. Вопрос сейчас очень важный. Вопрос выборы президента, поэтому очень важно знать основную информацию, то есть, как говорится, фейковая информация для нас нежелательна, поэтому важно знать именно истину.